Проиграли, проиграли обидно, но проиграли по делу. Проиграли, потому что первый тайм полностью неправильно играли. Во втором тайме игра была, мне понравилась, как мы играли. Моментов достаточно создали. Но реализовали, конечно, только один. Это маловато для такого количества моментов. А что в первом тайме не устроило? Не устроила игра в центре поля. Мы, полузащитники, ни в обороне не играли, ни в атаке. Недостаточно активно прессинговали соперника, и поэтому слишком пространства много давали сопернику, поэтому моменты эти возникали. Практически до последних секунд вы играли, сделали две замены всего. С чем это связано? Ну, потому что во втором тайме игра, я говорю, получалась, и поэтому замены, вносить какие-то коррективы не видел необходимости, потому что все получалось, все было хорошо. Последняя замена уже чисто под навал. Высоко нападающего второго выпустили. А так, в принципе, те игроки, которые в втором тайме, они, в принципе, все устраивали. Вот первый тайм был немного сложноват, потому что соперник начал контролировать мяч. Держали. Мы тоже пытались перестраиваться под их. И вот поле еще было немного вязкое. То есть плохо мяч ходил, подскальзывались. Поэтому было немного тяжеловато. Во втором тайме мы сделали замены, начали играть более увереннее. И вот появились моменты, забили один. И вот, к сожалению, проиграли. Два мяча пропустили в первом тайме, что получилось? Сколько обязательно получилось? Ну, это просто не удержали игрока, я не знаю, как-то. Зоны провалились, все, пропустили. Так и получилось. И был ли шанс вырвать? Конечно, был шанс. Мы вот во втором тайме начали давить на соперника. Появлялись моменты там, и вот могли забирать. Даже побеждать. Но не получилось, к сожалению.